супер. Классный, мне понравилось. Безумно клевый. Прикольный, мне понравился. Шикарно, классный. Да, да, норм. Очень интересный, экстравагантный, такой необычный. Костюмы, постанова мне понравилась. Крутая собака, сахарная вата. Зацепила в самую душу. Это классно. Нормальный клип, классный, охуенный. Классные цвета. Красивая картинка и... Саундтрек классный. Извините, когда я получу 50 рублей за этот отзыв? Ой, вы снимаете? Извините, пожалуйста, я не хотел. Ой, вы знаете, так хорошо. Ребята все хорошие, молодцы. Вот я знаю Славу, он сын моей соседки. Она говорила, да, Слава, вот он мугулатуру всегда сдает вовремя. Ромка тоже, Ромка классный, да. Только у него прическа такая, знаете, вот, типа как они тогда, вот 90. Но это не важно, он нормальный, ребят, не надо к нему трогать. Привет, это Бледно-Черное. Мы наконец выпустили наш клип. Эти люди его уже посмотрели, но также пришли на нашу тусу с премьерой. Выходит, мы сделали что-то классное. Либо они просто участвовали в съемках нашего клипа. Бизнеса, менеджер Пэл Блэк. И чего тебе? Помните тот запрет, о котором вы просили никому не рассказывать? Конечно. Так вот, 2019 кончился, а значит запрету конец? Пожалуй, это так. Я свое слово держу. Отлично. Тогда обсудим, когда мы сможем это сделать. Это ты можешь и с секретарем обсудить. Окей, спасибо. Пока. Это акула бизнеса. Не знаю я, кто вы. Он сказал, что я могу обсудить это с вами. Как насчет какого-нибудь января? В январе не получится. Плохой астрологический прогноз. Февраль? Февраль возможно. Могу поставить вас расписание. Но точную дату я вам сказать пока не могу. Хорошо. Давайте определимся с датой позже. Все, записала. Концерт Pale Black в феврале. Начнем с одного концерта в Москве. Потом уже посмотрим, как там пойдет. Новости о нашем бледно-черном предприятии за последние полгода. В одном из наших прошлых видео мы говорили о том, что ищем клавишника. Так вот, я обращаюсь к тебе, мой стеснительный музыкант. Ты опоздал. Рома теперь играет на басу, точнее на бас-гитаре, но даже это не совсем так, поскольку сигнал от гитары падает в педалборд и там делится на два канала. Один уходит в басовый, а второй в гитарный усилитель. На выходе мы получаем глубокий бас и перегруженную гитару. И, кстати, мы записали два кавера. Первый на заглавную тему из мультика Gravity Falls. Второй — Last Christmas, который мы играли на прошлый Новый год. Мы его перезаписали. И на него тоже сняли видео. Повешание! Ссылки на оба видео в описании. Кстати, заметили? Заметили? Бас там звучит по-новому. В конце ноября у нас вышел сингл, на который мы снимали клип. А в начале января у нас вышел второй сингл. А еще мы отправили почти 40 заявок на лейблы. Мы сильные и независимые. Короче, мы сами по себе. Слушайте, наслаждайтесь и помните, что лайки, репосты и комменты очищают вашу карму. Простите, но сарафанное радио — это пока все, что мы можем себе позволить. Рубрика знакомства. Наш пиарщик Митя. Привет. Он будет нам помогать покорять музыкальный Олимп. И продвигать нашу тему. Небольшой интерактив для тех, кто досмотрел до конца. Правила просты.
Вы в комментариях пишите название песни или музыкальной темы, которую хотите услышать в нашем исполнении. А мы, в свою очередь, выберем один из ваших вариантов и сделаем на него кавер. Все просто. С Новым годом!